вот сейчас мы приедем с вами в Канну Галилейскую. Я вам хочу показать сначала церковь свадебного чуда, а потом там рядышком есть маленький магазинчик, вот там можно будет попробовать и заатар, и вино, естественно, любое финиковое и гранатовое. Много там всего интересного. И если есть любители кофе, такие же, как я, рекомендую, там кофе в зернах продают. И кофе недорогой по сравнению с ценами в центре у нас. Я всегда там себе покупаю 1,5 килограмма, потому что он действительно недорогой. Можно и с кардамоном отдельно купить, можно и без кардамона. В общем, разберетесь, посмотрите там. Ну, а мы с вами сейчас вот как раз находимся на границе между двумя назаретами. Вот справа от нас арабский назарет, там, где живут арабы-мусульмане и арабы-христиане, там, где находится базилика Благовещения, место, где архангел Гавриил явил святую весть о том, что она зачнет от Святого Духа и родит Спасителя этого мира, вот там.